Рейдовые группы, в состав которых будут входить представители полиции, МЧС, Национальной гвардии, службы контроля за транспортными перевозками, должностные лица органов исполнительной власти, народные дружинники, Россельхознадзор, Роспотребнадзор, все становятся в ряды рейдовых групп и будут, ну, такие, если хотите, тотальные проверки. Безусловно, в первую очередь внимание будет уделено собственникам тех или иных объектов, потому что обязанность обеспечить соблюдение маточного режима лежит на владельцах торговых центров, транспортных предприятий. Поэтому, если они не создали условия, если они допускают нахождение на их территории людей без масок, то, увы, штрафные санкции, чего нам очень бы не хотелось, потому что бизнесу, ох, как нелегко пришлось в 2020 году, и как бы бить рублем предприятия нам не хочется, наносить дополнительный урон экономическому потенциалу, но, по крайней мере, накладывать взыскание на руководителей, вот тут уже рейдовые группы будут это делать, это придется делать. Модные, стильные вот эти вот, 100%. Поэтому убедительная просьба. Пожалуйста, с пониманием отнеситесь к жестким требованиям контролирующих органов и, пожалуйста, соблюдайте меры личной безопасности, потому что наше здоровье в наших руках. И не позабудьте, пожалуйста, про вакцинацию.